Всем привет, друзья, с вами Рафаэль Хайтек. Сегодня смотрим пуск Старшипа, пятый по счету, ракеты Илона Маска и компании SpaceX. Остается 1 минута, если ничего не отменят. Давайте вот так вот подвину. По идее, должно быть видно где-то таймер. Вот так вот. Ну что, друзья, посмотрим, что у нас из этого получится. Один с половиной миллион людей смотрит в данный момент пуск. У них сейчас супер раннее утро получается. Двадцать секунд до пуска. Десять, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Зажигание. Есть отрыв от стартового стола. Все двигатели работают, друзья. Давайте я вам сейчас сделаю пониже теперь, чтобы было видно и это. К сожалению, и то не помещается. Но давайте вот так вот сделаем, чтобы было видно скорость. Ракета у нас взлетает, друзья. Блин, как же это красиво. Слушайте, и качество такое хорошее, прям трансляция идет. 30 секунд. Скорость в данный момент 700, почти 800 км в час, высота 4 километра. Все двигатели работают. Потрясающе. Максимальное сопротивление, по-моему, у нас или что-то в этом духе было. 1300 км в час, высота 12 километров. Напоминаю, для тех, кто, возможно, не знает, сегодня они попытаются поймать ракету именно на вот эту роборуку, не помню, как она называется, Mechazilla или что-то такое. То есть подхватить ракету, чтобы она садилась, как бы сказать, вот в такой зажим типа руки. Пока что все успешно, посмотрим. В крайнем случае будет приземление просто в Индийский океан, написано, если система посчитает, что что-то не получится. Но сегодня будет явно либо взрыв, либо что-то эпичное. Все двигатели работают успешно. Эта ракета, друзья, для тех, кто не понимает, да, размер ее где-то 100 метров. 100 метров, Карл. И диаметр ракеты около 9 метров, по-моему. И это потрясающе. Потому что за такими ракетами будет как раз-таки у нас будущее. Так, 2 минуты 10 секунд мы летим. Сейчас, скорее всего, отстыковка, наверное, будет. Высота 55 километров, 56. Блин, как же она стремительно набирается. В общем, первую ступень они должны точно поймать. Ну, если получится, естественно. Так. У левой ступени только 3 двигателя работают. Прошла отстыковка. Блин, как красиво. Смотрите, как красиво реально. Отстыковка, и прям ракета разворачивается в воздухе. Потрясающе. Пока все двигатели, которые нужны, работают в данный момент. И первая ступень пошла у нас, как я понял, на снижение и на посадку. Высота стремительно уменьшается. Подождите, она набирается пока что. Сейчас она должна будет вернуться. Справа вы не видите показанное вот здесь вот то, что все двигатели работают. 3 больших и 3 маленьких. А слева 3 двигателя работают. Сейчас они вот все выключились. Красота. Вторая ступень, скорость. 6800, 6900. Блин, какие виды. Офигеть. Кстати, в прошлый раз, когда они приземлялись, да, у них вот это крыло, оно подгорело, потому что еле-еле выдержало и сели в море. Посмотрим, что будет в этот раз. Но ступень все равно, по-моему, должна вторая приземлиться в океан. В любом случае, по-моему. Блин, как же наблюдать классно за таким прогрессом. Это вторую ступень, что ли, так видно получается, не пойму. Какая-то точка там еще. А, это, видимо, вот эта штука, это, наверное, разделитель между ступенями. Точно. Это, походу, первая ступень так подруливает. Но она сейчас возвращается, как вы видите. И, по идее, чем ближе к Земле, она должна запустить движки, чтобы начать тормозить. 1,8 миллиона смотрит людей это. Всю эту красоту. Видите, уже 40 километров высота. А вторая взлетела на высоту 142 километра. Пока нам ее не показывает. Вот сейчас мы видим справа, получается, первую ступень. Уже 19 километров высота, а слева правая ступень. Ну что, друзья, делайте ставки, получится приземлиться или нет. Блин, как она летит быстро, офигеть. Как она быстро летит. Мне аж прям страшно. Как сигаретка такая. Что-то там, где движки, оно красненьким горит. Видимо, от сопротивления. 2 километра. Движки зажглись, есть. Там какой-то огонек. А, ракета горит. Ну что, сядем на эту штуку или будет бум? Сядем или взорвется? Блин, жесть, жесть, жесть. И сядет ли она на эту штуку? Смотрите, как ее ловит рука. И походу да. Успех. Охренеть, друзья. Она села. Поздравления с SpaceX и Илону Маску. И это было потрясающе. Это было чертовски потрясающе. Она села. Охренеть. 2,1 миллиона смотрят, друзья. У них получилось посадить первую ступень на вот эту роборуку. Мехадзиллу. Офигеть. Просто аплодисменты. Я представляю, насколько они рады. То, что представьте себе, сколько они напридумывали, да, и все это действительно получилось. Молодцы. Красота. Красота. Но ракета немножечко подгорает вот здесь. Надо ее срочно тушить. Но успех обеспечен, друзья. Ракета очень огромная. И чтобы ее поймать, на самом деле, наверное, было очень сложно много раз проводить симуляцию. Блин, рассвет. Все горит. Давайте посмотрим, какое у нас число. 13.10.2024 года. И у нас примерно 15 часов 30 минут, где-то так.